Так. Сейчас самое осторожное. Сейчас самое не очень приятное. Фу. О, нет, 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 пожалуйста. Ну давай ты, иди дальше. Сюда ко мне. Че он такой? Я не понимаю, он реально меня слышит или он тупит, как вы думаете? Как же бесит. Безмозглая эта тварюга. Так, в общем, смотрим сюда. Сейчас он идет к двери. Соответственно, мы идем за ним. Так. Так. Отлично. Так, я офигею, если он сейчас вот здесь выйдет. Там, где я выйду. Так, все. Короче, погнали. Отлично. Стремной музыки нет. Ну и в жопу пошел. Фу, нормально. Опять я замолчал на какое-то время. Ну ничего. Справимся. Причем он, по-моему, нас не... А, нет, он замечал нас. За музыку сюда играет. Теперь тут темно. Но может быть здесь есть батарейки? Что за музыка все равно стрёмная какая-то. И лаги какие-то появились. Непонятные. Да на самом деле. А чё это? Блин. Капец какой-то. Офигенно. Че он тут меня ждал, что ли? Так, че тут? Какой-то отстой тут. Ой. Как темно. Че, нет батареек тоже? Ну и ладно. Ну идите в жопу. Не нужны мне ваши. Ничего мне не нужно. Здесь у нас тоже пуст. Блин, у меня рука трясется почему-то. Я даже знаю почему. Все из-за этой игры. Так. Хорошо. Хотя, ну ничего хорошего, в принципе. Почему-то нету. Как мы далеко прыгаем. Слушайте, а мы реально. Ну ладно. Я не понимаю, что он сказал. Нажмите ли ЛКМ. Зачем? Тут закрыто. Слушайте, а чё это я так это самое как-то смело бегаю? О! Смотрите-ка, вы... Ё! Вы чё, фиги? Фигели, что ли? Две батарейки. Охренеть, круто. Вот это я вовремя спрыгнул. Ну, в смысле, ну, хорошо, что я сюда спрыгнул. Потому что там, вот видите, темно. А, тут был этот... Чё за звуки? Якобы священник или кто это? Вот документы, почитаем. Так. Общее описание, правда... Так, это для... подшивки темы синей птицы специальный исследователь. Общее описание проблемы. Последние несколько месяцев синяя птица пытается выяснить с помощью исследований, изучения и практики, может и ВС, внушение во сне, и Г, гипноз, принести пользу применительно к специфике военных действий и стоящих перед агентством задач. И если да, то какую именно? Возможно, что это такое? На каких принципах строится работа сонной машины? Что у нас тут? Тут у нас тоже что-то должно быть. Я не понимаю, но ничего нет, как вы видите. Фу, это сохранение. Так.
Офигеть. Тут я знаю, что тут есть батарейки, но тут вообще ничего не видно. Вообще. Я даже не хочу ничего. Я не буду никакие батарейки искать. Знаете почему? Я вам сейчас скажу. Потому что я, если буду их искать... Заперто. То... А, тут ключ надо найти. Ну ладно. Короче, если будет... Если я буду искать эти батарейки, я потрачу много времени и, соответственно, много вот этих... Как их там? Кого я хотел сказать? А, энергии. Короче, я потрачу при поиске батареек больше собственных батареек. Думаю, вы понимаете. Думаю, вы понимаете, о чем я. Короче, это невыгодно. Чё за звуки, блин? Почему нельзя забраться? Куда идти? Сюда нет. Нет, тут закрыто. Тут тоже закрыто, блин. Жопа, честно скажу. Вот для чего нам дали столько батареек. Как что-то любишь ты или что? Еще периодически молния сверкает. Может быть, она нам может как-нибудь помочь. Что тут происходит вообще? Что, опять дух, что ли, какой-нибудь? Потому что что-то черное только что летало, я видел. Я нашел ключ. Ништячок. И батарейку. Отлично. Я же говорил, не надо ничего искать. Правда, сейчас я открою, а там какая-нибудь хреновина, нет? Блин, это реально какая-то... Дух летает. А вот куда мне идти сейчас, я не помню. Ну, я имею в виду... Где-то тут... А, вот отсюда я вышел. Капец, вон он летает. Надо валить отсюда. Побыстрее. А ну, открывай. И закрывай. Идет сохранение. Так, тут что? Ничего нет. Так, ну ладно, нормально все будет. Не пропустил ничего. Твою ты... Ну, мне саданул. Ой! Я перезарядил хорошую батарейку. Ну и пофиг. Просрал, блин. Спаси мне, Господи, каждый видел Валли Риттера. Да, кажется, вот именно кажется. Так, ну нам, наверное, наверх. Ну, скорее всего. Ну, тут небольшая местность, поэтому можно было, в принципе, что-нибудь поискать. Ну, да ладно. Ой, блин, поднимайся давай. Молния. Да беги ты через ограду, вали отсюда вообще. Куда-нибудь подальше. Через забор давай, валим отсюда нахрен. Хоба, самое главное не упасть. Интересно то, что... Батарейка или мне показалось? Есть батарейка, вот. Ой, черт, он живой. Капец. Он, наверное, что-то снимал, и у него батарейка, видите, рядом с ним. Короче, очень темно, и поэтому нельзя без камеры тут вообще никак.
Хоба. Отлично. Все мелькает от этого дождя. И такое чувство, что это гребаные батарейки. Но нифига подобного. Сейчас самое главное не упасть вниз. И самое главное, чтобы нас никто тут не ждал еще. Здесь по-любому надо туда прыгать. Но если я не допрыгну, будет не очень круто, что это такое. Какашка, но не важно. Блин, я не знаю, нам надо. Скорее всего, нам надо спускаться. У тебя тут ничего нет, да? Ну ладно. Хорошо, давай поднимайся тогда. Нет, вот здесь надо подниматься, отлично. Тут давай быстрее, не хочу оставаться там внизу. Да я здесь-то не хочу оставаться. Это что за лаги? Бывает же такое. Идет сохранение. Хорошо ли это или плохо? Ну, то, что здесь чувак, вот этот лежит, значит... Значит, никто за нами, по сути, не должен бегать. Типа Криса какого-нибудь. Вот именно здесь. Потому что обычно, когда кто-то еще, кроме меня, есть на локации, он с ними... Я тоже вижу духа, или что он там сказал. Он с ними тоже разбирается. Так ведь? Неважно, я могу нести чушь, потому что такая обстановка напряженная. И если я буду нести чушь, возможно, я сольюсь с толпой. Я вообще не знаю, куда я иду и куда мне надо идти. О, нет. Ребят, приготовились и... Давай! Фу. Да, я просто рядом с ним батарейка лежала. Я думаю, сейчас как рванет на меня. Хотя он был в какой-то там смирительной рубашке или в чем там, я не знаю. Так. С этим чуваком явно не побеседовать на тему жизни. Поэтому валим отсюда. Вот куда только, я не знаю. Очень странно. Потому что я не очень пойму. Подожди, я здесь... А, подожди, может вниз куда-нибудь? Может быть, здесь? Нет, здесь нельзя. Блин, куда же идти-то? Ё-моё. Что ж ты будешь делать? Тут тоже закрыто. Блин, отсюда я... Может, вообще сюда не надо было заходить? Ладно, идем по двери. Так, не будем менять батарейку, наверное, до тех пор, пока... А, вот дверь какая-то. Но она закрыта, да? Не будем менять батарейку, пока не найдем отсюда выход. Ну, или там по нужде. Так, ну тут, в принципе, тоже закрыто. Так, что же делать-то, ребятушки? Вот тут, по сути, должен быть... Ну тут нельзя выйти, какого хрена? Ну, блин. Я ничего не понимаю. Я, во-первых, ничего не вижу. Мне придется поменять батарейку. Ладно, идем назад. Мне кажется, нам надо идти назад. Потому что здесь выхода я не нашел. Мне кажется, нам надо идти вот сюда. Да осторожненько. Но с другой стороны... Что тут-то делать? Подожди, а может... Нет, эта дверь была, по-моему, тоже закрыта. Так, отсюда я спрыгнул. Больше всего мне еще напрягает то, что мне вообще вон туда куда-нибудь надо спрыгивать. Хорошо, давайте еще раз. Сейчас сходим здесь. Где я? Ладно, неважно, где я. В полной заднице. В аду, можно сказать, наш персонаж, главный герой. Так, я... Ну, мне кажется... Зачем же эта локация нужна была тогда? Мне кажется... Твою-то капелька, блин, я думал, это дух опять этот. Фу, не надо так обсирать-то меня, чтобы я обсирался. А, подожди. Нет, тут закрыто. Где же может быть выход-то? Я реально не понимаю.
А, подожди, вот. Будет сохранение. Я слышу его. О, нет. Это тот здоровяк. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что... Ну, если он меня увидит, я офигею. Так, нам туда надо бежать. Проблема в том, что ни хрена не видно. И я не понимаю, как он меня может увидеть. По сути, если по-честному, то... Он мне никак не должен. Здесь увидеть он мне никак не должен. Отлично. Ну зашибись, чё. Нормально, мы выжили. Нам главное не сдохнуть. А, смешно. Так, ладно, спокойно. Самое главное, эта игра чем еще такая напряженная, наверное? Тем, что если вы ее... Если человек, ну, боится, вот... Как бы если он знает, что сейчас выглядит скример, если он играл, то он не будет бояться. А если... Так, тут придется спрыгивать. Да не так! Идиотина, блин. А если он не боится скримеров, типа... Короче, когда он будет играть второй раз, он не будет бояться скримеров. Не, давай же, настраивайся, камера. Чё-то фигово видно все. Вот, а... Но напряженки вот этой все равно стрёмно. Хоть ты знаешь, что... Там, я не знаю, с тобой ничего не случится, еще что-то. Все равно, когда с тобой кто-то бежит, это очень стрёмно. Вот это неожиданность того, что сейчас... Тебя схватит какой-нибудь монстр. Ёб твою. Надо бежать туда, откуда он пришел, я так понимаю. А он отсюда пришел? Как это возможно? Не, он, наверное, оттуда пришел. Откуда-то с другой стороны. Ну и хорошо, что я туда не побежал. Мне же на пользу. Фу, блин. Что-то трещит, что-то пердит все время постоянно. Или кто-то пердит, трещит, что-то не понимаю. Все замуровано. Йо. Вода пахнет кровью, я чувствую этот запах, как вкус монеты во рту в детстве. Шепоте все больше смысла, ловлю помехи. Это слова. Это словно чесотка. Монета. Вкус монеты в детстве. Блин, что, монеты что ли жрал, я не понимаю. Тут, я надеюсь, никого нет. Ну, в жопу так бежим. О! Вот когда такая штука есть, значит рядом есть батарейка. Ну, возможно. Но вообще я уже несколько раз натыкался на такие моменты, когда рядом с этими хреновинами лежали батарейки. Фух. Ну все. Так. И где я? Ну, очевидно, мы еще в аду. Я в этом уверен. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Идиот, я бы тут забрался, блин. А что тут все погорело, что ли, не пойму. Батарейки, батарейки, батарейки. Нам нужны батарейки. Чё ты там смотришь? Давай. Ну и хорошо, что эту дверь нельзя открыть. Пофиг, опять баррикады. Что ж ты будешь делать-то?
Нет, темно, как вы видите, вообще, как в какой-то, я не знаю, как в заднице, я не знаю, как в клоаке. Но камеру поэтому нельзя выключить. Точнее, можно, но бесполезно тогда играть вообще. Очень сложно играть. Да чё вы меня этой музыкой пугаете? Не запугаете, натуре, не запугаете. Вот когда за мной кто-то рванет, тогда я, может, обосрусь. А пока что... Кто сказал? А, наш главный герой или мне показалось? Он достаточно низко приседает. Какие-то грёбаные механизмы здесь. Ну ладно, нам ничего страшного-то, да? Механизмы нас не испугают, я надеюсь. Ну, если резко не зажужжат. Опять сохранение, так что... Блин, вот эти вот обломки, мне кажется, что тут кто-то сидит. Так, а куда же нам идти-то? Две двери открыты. Фигово, потому что придется проверять его. А хотя нет, нифигово. Блин, я думал, это батарейка. А, вот, реально батарейка. Нормально, три штуки. Но не совсем нормально. Здесь, а можно вообще собрать штук, я не знаю, 10 там? Ну, хотя бы там 7. Вот тут ходил чувак какой-то. Что происходит? Твою... Ну зачем? Вы же нормальные ребята. Зачем так пугать? Ну я имею в виду... Еще батарейка. Я имею в виду вот этих людей. Шкафчиков-то хрена, ёб твою. Зачем они меня, эти люди, пугают? Что-то ходят как психи, я не знаю. Зачем? What? Объясните мне, what? Блин, сколько тут ходов? И причем непонятно, зачем и куда мне надо. Фу, хорошо, что тут нет лестничного пролета. Но с другой стороны, мы не сможем не убежать. Ну ладно. Так, кто же там? Вот тут чувак ходил, я помню. Перезарядка. Ствола нет, так что перезаряжаем постоянно камеру. Ну все, он там нас ждет, по-любому, этот чувак. Я уже с... А, он за этой, за решеткой, ну хорошо. Я уже слышу, как я буду шуметь. Так, там вроде никого нет в толчке. Ну-ка давай, бам! Никого. Бам! Никого. И тут ничего. Тут ни хрена нету. Ну все, идем прямиком в самое... самый клаку, как говорится. Что-то там закрылся, чувак. Тебе не страшно? Я не хочу, что-то он сказал. Что-то он там не хочет. Ну, мне пофиг, что ты там не хочешь. Мне самое главное... Ты сам главный... О, нормально, опять я же говорю. Ты сам главный, чувак, меня не пугай. И будет тебе хорошо. Ну все, мы... Куда-то вниз дорога идет. И наверх тоже. О, наверх. Смотрите-ка, наверх. А лифт? А куда надо-то, вниз или наверх? Офигенно. Откуда я знаю, куда? Ну и что делать? А, ну давайте проверим, можно ли туда допрыгнуть. Ну, если что, я упаду... Можно. А, вот, смотрите, след. А, тут, наверное, закрыто. Нужен ключ, да? А, нет. Сохранение. Капец, а что ж там внизу-то? Понять не... Чё? А, блин. Ладно, я иду к тебе. О, еще одна батарейка. Блин, да крутяк. Супер, чё. Нажмите, чтобы закрыть.
Ну. Ну, допустим. Так, все, не молчим, говорим. Блин, не надо так хлопать. Итак, мы говорим, мы... О, ключ. Для желобов прачечной нужны 3 предохранителя. Для желоб... Опа. Для батарейка. Так. Все, спокойно. Для желоба нужны 3, короче, предохранителя. Ну и куда нам? Ну, ясно, куда. Сюда. По этим грёбаным коридорам. Темным, как... Неизвестно, как что-то темное и вонючее. За этой дверью нас ждет что-то неизвестное. Нас ждет какой-то бред. Блин, ни хрена все равно не видно. Хоть тут и свечки, еще что-то там. Все равно... О! Кто там кряхтит? Твою ты налево, а? Это откуда? Он из той двери, что ли, прибежал? Офигеть, это был предохранитель. Вот что это было. Куда он делся? Ой. Да вы офигели. Короче, 3 предохранителя нам... Нам еще 2 нужно. У него дубинка, это нехороший знак. Но с другой стороны, это лучше, чем Крис. Блин, он сломал. Получается, он пришел даже не из этой двери. Откуда-то оттуда. Давайте сразу ставим. Так, а он не прибежит сюда? Сохранение. Шкафчики. Намек понял. Короче, ничего страшного, ребят. Он просто саданет нас дубинкой. И все, и мы можем спокойно валить. Идем, не паримся вообще. Просто бежим в открытые двери. Так ведь? Не в открытый, а просто в двери. Так, это не он, да? Чё? Так, спокойно. Спокойно, я тебе ничего не сделал. Вот твою-то дивизию, вот это жопа. Куда я побежал? Я не знаю, куда я побежал. Куда-то сюда. Так, он что-то дверь выломал. Вот это тема. Вот это нормальная тема. Так, стоп, а тут никого нет-то, ёп просыта. А я тут начал задвигать что-то. Не, ну он ее не выбьет, так ведь? Я офигею, если он вынесет дверь эту. Чё? Ну и чему, ой, чему. Ну ладно, нормально. Штаны мокрые, это нормально. О, все, третий. Так, а тут реально никого нет случайно. Что-то я тупанул как-то. Ну, в смысле, забежал, начал закрывать, а такая же... О, батарейка еще. Такая же хрень была бы, как вы... Тут спрятаться можно. Еще вылезти бы. Такая же хрень, как в тот раз. Я открываю дверь, там этот чувак стоит. Но он мне, правда, ничего не сделал. Но мне кажется, если бы я немножко подождал, он бы меня саданул. Ну, рядом с ним я, имею в виду, стоял. Что-то тут написано. Так, ну ладно, двигаем. Так. Короче, бежим прямо и налево. А там еще какая-то дверь была до этого.
Нет, здесь нет двери. Здесь есть батарейки. Обалденно. Так, это он идет. Ну ладно, один раз началось. Это что сейчас было? Какого хрена? Да закрывай. Шел в жопу. Ломай пока. Идиотина. И это ломай. Ну! Бля, ну что произошло? Он ломает эту дверь. Так. Ну, иди в задницу. Короче, он упал вниз. Я теперь знаю, зачем нам туда надо идти. В этот низ. Помните, мы, я до этого не сходил туда. Вот здесь. Теперь нам сюда. Все какое-то красное вокруг. Жопочное. Капец. Вы представляете? Точнее, вы все видите сами. Ай, блин. Так, нормально все. Все нормально. Чё? Нифига не нормально. Огромная какая-то локация закрытая. Точнее, не закрытая, а просто гигантская. Темень такая, что, блин, вообще тут развернуться с дровяку. Легко возможно. Блин, там кто-то еще шуршит. Как же это бесит. Ладно, нормально. Так, чувак, спокойно, я тебе ничего не хочу сделать. Берем и читаем. Нет, не это. Подожди, а, да. Проект Скрепка. Объединенное управление планируется. Прежде всего, проект Скрепка позволяет воспользоваться услугами зарубежных специалистов для решения особой задачи, стоящих перед армией, военной, морских флота и воздушными силами. Проект 63 является по преимуществу программы опровержения, желательно полного уничтожения компрометирующих свидетельств. Цель программы обезопасить работу. По-моему, ничего интересного такого. Слушайте, а у него батарейки нет, случайно? Вроде нет. И зачем я сюда спускался? Спрятаться нельзя. Ой. Спрятаться нельзя. Подожди-ка. Ну ладно. Спрятаться нельзя. Может быть, это и хорошо. Ну, короче, значит, нам не сюда. Слушайте, знаете, что я подумал, нам куда? Нам надо возвращаться. Помните, мы когда сюда пришли? Точнее, не сюда. Ну да, отсюда, точнее, мы... Блин, тут чувак этот. А он же за решеткой был. Короче. А, вон он. Короче, когда мы сюда пришли, здесь была вот эта хрень. Да, во. Да не, бери. Чё, жопа, да? Все? Хана мне? Стоп, а куда нам надо? А, нам наверх, на самом деле. Все, бежим отсюда. Он открыл дверь. И пофиг. Бэй. Фу, хорошо. Быстрее, там кто-то идет! Вот тут кто-то был, нет? Это та самая дверь, где эти... Псих этот бегал за мной с дубинкой. Мне просто интересно. Ладно, пока не будем закрывать. Что-то у меня не получилось. Давай. Не надо тут. Новая цель. Моя новая цель — выбраться из этого дерьма. О, седьмая батарейка. Точнее, мне их 7. Или даже больше. Сюда нам нельзя ходить, типа, да? Тут должна быть еще, наверное, батареечка. Ладно, пофиг. Фу, все, рот пересох. Губы, точнее. Это же... Это же, наверное, тот чувак с дубинкой, нет? А, нет. Что это за место? Ну, наверное, по-любому здесь были. А мне что, спрыгивать туда?
Нет, мне туда, на ту сторону. Давай, 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 не хочу туда падать.